все люди пользуются технологиями, которые значительно увеличивают качество их жизни. Будь то появление автомобилей, стиральных машинок, телефонов, интернета, мессенджеров и многого другого. Что еще совсем недавно казалось немыслимым, сегодня используется повсеместно. Используя новую технологию от Globox Web, вы можете значительно увеличить приток новых клиентов в любой свой бизнес. А если у вас его нет, вы можете создать свой бизнес с нуля. Работает это просто. Все люди пользуются телефонами и пересылают друг другу информацию. Возможно, вы замечали, что порой информацию, которую вы получили от одного человека, через некоторое время вы получаете ее же, но от других людей, которые совсем не связаны с вашим обычным кругом общения. Это называется вирусным способом распространения информации, при котором любое сообщение может облететь весь мир или значительную его часть. Суть новой технологии Globox Web в том, что, используя в своих сообщениях не обычные ссылки, а видоизмененные в Globox Web, люди перейдут по ним и точно так же окажутся на нужном ресурсе. Но вы теперь имеете шансы на то, что если ваше сообщение разлетится далее, охватывая все больше людей, часть из них окажутся также и на вашем личном сайте, канале, сайте вашей компании, товаре, вашей реферальной ссылке или любом вашем ресурсе. Тем самым вы можете создавать или увеличивать себе приток новых людей в свои проекты, или же автоматически создать бизнес в Globox Web от тех же действий, которые вы каждый день делаете просто так. Точно такое же преимущество вы получаете и при использовании QR-кодов от Globox Web, которые вы получаете к любой своей ссылке. С помощью Globox Web вы подключаетесь к глобальному круговороту информации, распределению денежных потоков и получаете рычаг входа в мировой бизнес. Технология Globox Web доступна для любого человека. Она работает на любом устройстве и охватывает 100% людей. Всего лишь взяв за правило видоизменять любые свои ссылки через Globox Web и делиться уже ими, вы сразу получаете колоссальные возможности, которые вы всегда пропускали прежде.